прогноз погоды из городов по всему миру. От тех, кто летает, нам виднее. Здравствуйте, я Семен Макеев. Если вы собираетесь на Гоа, то имейте в виду, завтра там пройдут грозовые дожди, а воздух погреется не выше 26 градусов. Зато во вьетнамской столице завтра без осадков и жарко, плюс 37. В Харбине и Ницце дождливо и плюс 24-26 тепла соответственно. В Барселоне и Праге завтра комфортно, ясно и плюс 26. Это, пожалуй, лучшее время для того, чтобы посмотреть собор Святого Семейства или посетить Староместскую площадь. В Риме теплее, плюс 29, но с дождями. На российских курортах между тем то ясно, то небольшой дождь, то пасмурно. В Краснодаре 29 градусов, в Минеральных Водах 31, в Геленджике 25 выше 0. А в уральской столице прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 22, днем плюс 27. С вами был Семен Макеев. Погоду с небес смотрите ежедневно в эфире 4 канала.